Paranga multutte, yasud mai botum, gante mai apai ganatashka, doijashund mai botum. Я знал эту сказку с детства. Ее рассказывал мне мой отец. Жил высоко в горах старик-охотник. И было у него три сына. Двое сыновей погибли в битвах с врагами. И остался у старика единственный шестилетний сын Карагул. Охотник был стар, его ноги утратили прежнюю силу, глаза зорко. Дикие козы убегали от него, и старик все чаще возвращался в юрту с пустыми руками. И было так. Он охотился целый день, но не случилось ему удачи. И возвращался он усталый и голодный, к своему сыну Карагулу. Подойдя к юрте, охотник увидел красавца-козленка. Обрадовался старик. Стал подкрадываться ближе. Спрятался за большой камень. Долго целился, пока выстрелил. Боялся промахнуться. И не промахнулся. Когда охотник подбежал взять добычу, он увидел на земле своего Карагула. На сыне была одета шкура козленка. Заплакал старый охотник. Он так страдал, что, увидев его горе, поседели горы, стали белыми. По сей день бродит старый охотник в горах. Все зовет своего Карагула. Субтитры сделал DimaTorzok.